знаю, короче, как это описать. Такое, просто такое. Грамотный сруб все равно вычинит. Блин, хижину отдать сразу. Ну что такое? Почему не попал? Ну куда? Стой здесь. Вот у меня уже 0 топоров, просто. Мне сейчас 4 за ней вот так вот бегать. Да ладно! Да ладно! А почему я ее догнал? Очень интересно. Так. Подвальная адушка с радужками — это страшно? Ну да. Конечно. Во что действительно должно устрашать. Недалеко чувак убежал, кстати. Не люблю за ножку играть без вижена, типа, но ты. Вот я ничего не вижу здесь сейчас. О, ну вот, вот. Вот увидел. Типа повезло, не знаю. Порчик, кстати, здесь горит. Пойдет. Можно поднять? Спасибо. Можно. Блин, ну порча вообще такое себе вешать. А, она же уже все. Ну да ладно. Казалось, что ли? Здесь следы были. Давай топорики возьмем. О, прям под топор чуть не встал. Он меня даже не видит. Он меня даже не видит просто. Что это? Забавно. У меня два чела друг напротив друга. Мне просто в центр встать и типа кемпить их. По-хорошему, чтобы выиграть. Уже два гена осталось. Сюда, друг. Такие ошибки допускать нельзя, если что. Вот у него были часики, но он очень тупо ошибся. Все.
друг. Ты все. Последний раз. Нормально. Ой-ой-ой. Как я мог забыть? Так. Давай. Да приседался? Нормально? Я думаю, тебе некомфортно, друг. Точно не попаду. Если попаду, я охерею. Ну там без шансов. Один здесь остался. Вон он побежал. Угу. Мы не дадим просто спасти и все. Нам этого вполне достаточно. Да-да-да, уже спас, друг. А ты чё вырываешься? А что такое? Что-то не нравится. Ой, поприседали за то как. За то как поприседали. Вы чё, ребят? Ну это же было очень красиво. Сюда. Она встала. Боже, что это такое? Ладно. На люк у них вроде ничего не было. Может, нам повезет. Но я очень сомневаюсь. Ну да, все. Гиге. Чел на люк сейчас будет приседать. Даже не проверил хижину, серьезно? Повиси. А в хижине же, да? Вообще здесь что? Какой кошмар! Здравствуй, котик.